веселиться, наслаждаться. И надеемся на то, что запомним этот день на всю нашу оставшуюся жизнь. Очень ждем, что праздник будет веселым. Действительно, приехали с одноклассниками, готовы встречать, веселиться под свой. Вообще, я знаю, у меня взрыв эмоций. Я не могу полностью осознать то, что год прошел так быстро. У меня вчера еще сентябрь, октябрь, подготовка, а тут уже экзамены сдал, все, на выпускном. У нас выпускной, мы празднуем, отмечаем конец школы, выпуск 2022 года. Счастливы, до умопомрачения. Вы такие красивые сегодня. И как красивым людям не подарить красивый праздник? И город его вам дарит. Принимайте подарок. Они были так активны, были так включены, они дали массу рекомендаций и предложений, многие из которых здесь сейчас реализованы. Я думала, если честно, будет скучновато, и такая немножко даже переживала. Но на самом деле, вообще, все просто прекрасно. Я так веселюсь, я так счастлива, я так рада. Вокруг невероятная обстановка. Настолько дружелюбная и открытая. Все мероприятия, они просто прекрасны. Так заряжают и вообще не дают заскучать ни в коем случае. Мы выбрали парк Горького как основную городскую площадку, да, для празднования выпускного бала. Прежде всего из соображения безопасности. Безалкогольная зона. Ничего того, что может навредить нашим детям. Большое количество площадок. Город качает. Вот вся моя эмоция. Классный день, классное настроение. Я прям себе поставила цель